Минувшая зима водил свела с ума. Многим шалунишкам посрывало крышки. Страшно стало созерцать, но ведь глаз не оторвать. Даже если глазу дали струйку газу. Стало очень много жути на дорогах. Мистики и просто зла. Нечисть тихо подползла. В общем, темные дела. К счастью, на позиции прибыла полиция. И вернулось в мир добро. Стоп! Не пей водичку, бро! Это вовсе не ситро! Внимание на экран! Прослушайте важное сообщение. И будьте здоровы! Скорая в помощь, лишь бы не в бок. Успел уклониться от встречи, дружок. Так вначале показалось. Вроде нормализовалось. Типа поносила малость, ну а после все смешалось. Слева вдруг нарисовалось. Попутчику досталось. Все подкрывал народ. И багажник, и капот. А какой-то доброход дедок ДТП ведет. Здесь казалось, что вот-вот перепуган пешеход. Это ж город, а не дебри. Кто так подлетает к зебре? Вечер, гололед, зима. Нету лихачей ума. Потому штурмует тетя трехэтажный дом на взлете. В голову ударил джин, заиграл адреналин. И сугроб ей, что трамплин. Словно первый комом, блин. Или кот и адский свин. Это что за господин? А еще ведь есть акула, что пожар вражды раздула и ехидно хохотнула. Изумелых рыбаков, сделав пару дураков. Нанесли же мы пургу, словно самолет в снегу. Зарядив с ноги врагу. Сколько можно всем на смех вновь и вновь валиться в снег? Намело опять нам свыше, так реально съедет крыша. Или озорной парниша. Нельзя ли здесь немного тише, хотя бы в поле, при обгоне? И на ледовом стадионе, у дома, в ванной, во френд-зоне. Но год свиньи бежит по стране, а у нас холодок бежит по спине. Словно котик на коне. Глядя, как львы поедают барана, вам тоже страшно перед экраном? Снег бьет струей и фонтаном? Струя бьет безбашенным краном? Друг пальцем разит, как наганом? Кто-то таится в недрах дивана? Обзор перекрыт надутым болваном. Релакс у бассейна пошел не по плану. Походу, мобилка лежала в кармане. Мужчина смартфон дорогой утопил. И что, да пускай его съест крокодил. Прочей жизни грусть хандру. Знаком высечем искру. Погуляем на перо.
Трепли салютом по двору, лишь бы не попасть в дыру. Это что за кенгуру? Все на трассу, быть добру! Есть нежданчик поутру. Занесло же нас в югру. Жестко, но поздняк метаться. Время на часах 15. Значит, нужно подниматься. Начинается кино. Это право не смешно. Надевайте касочки и погнали с нашим ведущим вездесущим. Он в авторитете, как котик в пакете. У нас будет на что посмотреть. Слева, справа. Нет, все-таки слева. Сегодня рыцари дорог добавят перчика в пресную прозу жизни и бумажный стаканчик с газировкой. Это, парни, не ситро. Будет очень остро, бро. Они вывалят на аудиторию все, что бережно собирали и копили непосильным трудом. И оно залежалось под левым бортом. Наши герои выплеснут впечатлений глоток. Кому дымный снежок или снежный дымок? Кому чай кипяток? Ну а ты, мужичок, поломал котелок. Разводить дебаты поздно. Это было несерьезно. Серьезно. Живописный лесной тракт в родимой глубинке тоже таит немало опасностей и скользких мест. Надо запомнить, записать, сохранить в памяти регистратора, выйти, убедиться, что все более-менее. Давай сходим, посмотрим, что случилось. И попытаться уйти от столкновения. Хотя куда тут уйдешь? Назад не сдашь, слева фура, справа отбойник, впереди беда и путь в никуда. Смотрите сразу после рекламы. Рискнули, чтобы победить. Не пытайтесь повторить. Прямой, как трамвай. Необъяснимая ботва. Трамваи будут сразу два. Дорожная жуть, ну и мистики чуть-чуть. Что, объехал всех, балда? Или вот обормот вдруг вошел в поворот? Ну, хоть здесь нас пронесет, а соседу не везет. Впрочем, вопрос даже не в месте, а во времени, которого нет. Слишком все быстро, резко, скользко. И в итоге был обгон на опушке завершен. Аж перехватило дух, хорошо без лобовух. Кто или что толкает водителей на авантюру и на грузовик? Врезать бы тебе, мужик. Ну вот как ты тут возник? Праздный вопрос. Возможно, занос? И сошлись к носу нос. Ой, да так ли уж важно? Может, к носу багажник? Все равно ведь лезть в бумажник. Грусть, тоска, шиномонтажник. В Ялте та же ерунда. И простой вопрос. Куда? Ну куда? Ты не видишь или что? Кто-то въехал в средний ряд. Да, беда. Держись, комрад. Было слишком лихо это. Как под знаком пируэты. И без видимой причины, но с испугом для девчины на просторах Украины. Капец. Просто надо хоть немного чистить иногда дороги. Но для тех, кто скользит,
первый на дорожку хит в номинации «Зачетная реакция». Чтоб чего не поломать, лучше на боку съезжать. Верный выбор – это 5. Еще лучше не спешить и кого-то пропустить. Но кого? Вот в чем вопрос. Кто там, котик или пес? Нет, не хочет он щемиться. Бабушка вот-вот смирится. Путь для нас освободиться. Возликуем, воспарим и к победе полетим. Ну или поедем на велосипеде. Внешне он представительский супербайк. Но вместо пламенного мотора ножной привод. Экономично и комично, но лучше тихо ехать на своих двоих, чем на машине в лихую годину вмерзнуть во льдину. Чтоб ее немного сдвинуть, нужен нам корабль пустыни. Сильный, гордый и смурной, царь пустыни ледяной. Все сюда! Никто не спит! Удивленно бровь взлетит. Свеженький встречаем хит. Полным ходом к вам спешит на ходулях фаворит. Сразу видно, кто в забеге, вне сомнений, победит. И почти наверняка он достигнет потолка. Без напряга, в полпрыжка. Словно в сказке про бычка. На смешного бибизяна поднялась его рука. Устремляются к вершине эти смелые мужчины. И сейчас сомнений нет, на нее взойдет мопед. Ну а если есть сомнения, вас сразит изобретение. Биотопливо недели техники залить хотели. Но умельцев потеснит наш отечественный хит. Вы, наверное, не раз видели эту штуковину. Картофель и мед. Надеемся, видели издали. С безопасного расстояния. Потому что все попытки изготовить его вручную вызывали недоумение, стыд, взрыв, смех. Без шансов на успех. Но вот появились они. Автослесари-разбойники Иван Федорович и Мухамедович. Эти умудренные опытом компаньоны записали видеоурок, благодаря которому мы теперь знаем, чем занимаются мужчины в годах в своих гаражах. В честь днюхи Мухамедовича Федорович за 15 минут изготовил чудо-пушку. Старики вышли на большую дорогу, прицелились в туалет и всем показали. Ой. Ура, сенсеем, Хали-Гали! Знатно дядьки зажигали, но победят они едва ли. Потому что прискакал к нам везучий экстремал. Он на камеру прогнулся и от смерти увернулся. Конечно, мы ни в коем случае не призываем следовать его примеру. Так что постой, не гони по прямой, словно трамвай. Остынь, не зевай. Или сразу два трамвая. В Барнауле так бывает. Натупил водитель, жесть. Так, зеленый, ну и здесь поспешил. И сразу есть. Есть. Ну а далее Москва. Ездить так нельзя, братва. Да, не проскочил едва, но попался на раз-два. Есть замес, гони права. Хорошо хоть здесь успели, но в натяжку еле-еле. Повезло на самом деле. Но судьба не шутит шутки, как в Иваново маршрутке. Первую-то пронесет, а вторая жестко бьет. Дальше марш пешком, народ. И дорога чистый лед. Здравствуй, грусть, прощай, капот. Это кто в ночи ползет? Дядя, дальше переход. А он прет, как ни в чем не бывало. Даже как-то зябко стало. А потом вдруг одеяло дыбом волосы подняло. Колесо одно пропало. Ох. Так однажды к нам коала среди ночи постучала.
глянула и зарычала. А в другой раз в ясный день взял и постучал олень. Жуть, кошмар, страшнее даже. Куда ж ты выехал? Чем капкан на тихом пляже. За предательство отец позже отхватил в торец. Может, крут он как водитель, но опасен как родитель. Ну а ты, товарищ зритель, тело помещай в салон. Дальше ждет тебя дракон. Дверь закрыв, захлопнув пасть. Close the door. Смотрите сразу после рекламы. Прорыв года. Струя для народа. Сплошная неудача. Удар судьбы и не иначе. Полиция с народом и против лихачей. Не скроется злодей. Это незамысловатая история о том, как важно вовремя отъехать, чтоб самому не стать помехой. И о том, как же, однако, важен фактор посыпаки, чтоб снега, ледышки, шлаки растворялись в аммиаке и не скалились зеваки, чтоб им пусто в бензобаке. Как бы в лужу не упасть! Едем в воинскую часть. Наш военный корреспондент ехал не в своей полосе, потому что своя была занята припаркованным транспортом и укрыта такими большими снегами. И уже перед прибытием в пункт назначения встал вопрос и седан. И это был тот редкий случай, когда правый по правилам был неправ. Но по сути переговоры продолжались. Военный из дороги. Оппонента нашего корреспондента попытался обойти нетерпеливый попутчик на белой легковушке. Это так проедет. И тут адекват сдал назад. Военный высадил остальных защитников Родины у ворот и с чувством выполненного долга развернулся, не споткнулся. На обратном пути он встретил того нетерпеливого водителя белой иномарки, который так никуда и не успел, потому что в сугробе засел. Где зарыты тут собаки? В яме, мраке или в клоаке? В коготках, покрытых лаком? Нет, хозяйка то ли дура, то ли мастер маникюра. Песик тонкая натура, чуть не раздавила фура. Но герой из-за собачки под удар подставил тачку. А финал всей этой драмы, ну, сугубо между нами, после музыки «Банана». Спешка зачастую толкает на безрассудный обгон. Обгон толкает на попутку. Попутка толкает на припаркованную старенькую классику. И гнутся дерева, как на ветру трава. В подобных случаях все понятно без слов. Поэтому слова опустим. Чёрт! Рули и пой, как нам с тобой. Так мы плавно подлетели к неудачнику недели. Встал на каде, как в засаде. Мало что прокол у дяди, так еще влетели сзади. И тоска, печаль, кручина налетела, как лавина. Или, может, как струя из дорожного ручья. Жалко школьника, друзья. С весны 2018 года, после памятного для многих прорыва трубы, жители Барнаула
крайне настороженно относятся к выражению «попасть в струю». На самом деле любая струя – это палка о двух концах. Кому по темечку шара? А кто струёю насладится, тут и помыться, и напиться, и сопохмело охладиться. Во многом отношение зависит от местоположения, относительно лица, которое пускает к лицу, в которое попадает. Для менеджера магазина, который распыляет баллончик газа, вопросы отпадают сразу. Оппонента бьет по глазу. Того, кто стал к струе лицом, она реально жжет огнем. В итоге парень с молотком стал нем, слеп, глух и вмиг потух. Потом агрессор был побит, а новый хит на сайт нам слит. И душу торжество полнит. В салоне песенка звучит. Лихач прорваться норовит. За ним полиция летит. Сюжет сплошная красота, как кот, что защитил кота. Джедаям многие лета. Увы, не так она проста. Наша позиция относительно полиции. Вопросов нет и нам не жалко. Пусть рядышком летят с мигалкой. Но чтоб все были здоровее, нельзя ли взять чуть-чуть левее? Инспектор четко рубит фишки. Так что потише, шалунишки! И тем, кто ездит меж рядов, он дверь всегда открыть готов.